Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я его ведущий Кравцов Сергей. Сегодня мы озвучим такие темы, как тренировки при остеохондрозе. Дорогие друзья, меня часто спрашивают, как тренироваться при остеохондрозе. Если у вас уже есть остеохондроз, вам всего лишь нужно исключить осевую нагрузку и использовать мои упражнения для лечения остеохондроза в фитнес-центре. В каждом повторении должно присутствовать не только элемент сокращения мышцы, но и элемент растяжения мышечной группы. Таким образом, вы сможете не только прокачать необходимую мышечную группу, но и способствовать дальнейшей релаксации работающей мышечной группы, что позволит исключить патологическое, спастическое напряжение, в первую очередь, конечно же, в мышцах спины. Кодное положение. Немного прогнувшись в пояснице, наклоните торс вперед, немного выше параллели, с горизонтальной поверхностью, но менее 30 градусов. Ноги слегка согнуты в коленях, голова смотрит вперед. Напрягите мышцы поясницы и оставайтесь в этом положении до конца подхода. Гриф штанги находится перед коленями. Плавно выведите плечевой сустав вперед, после чего медленно начинайте сводить лопатки, стараясь максимально сильно увести локти за спину. Я рекомендую вам использовать мои упражнения для лечения остеохондроза в спортивном зале. Да.
падение получается гораздо лучше. Но нужно следить за тем, чтобы подвздошный отдел не работал как вспомогатель. То есть просто увеличивать прогиб и брать большой вес, чтобы корпус как бы противовесом работать. Корпус будет являться здесь противовесом. Тем самым само движение мы сделаем лучше. Корпус подаешь в сторону, растягиваешь сустав и широчайшую мышцу. Обратную сторону, напряжение к особенности, соответственно, все света широчайшие. И обратно назад, прямо нагибаешься, растягиваешься. Люди при остеохондрозе очень часто концентрируются на возникновении дискомфорта в грудном или поясничном, шейном отделе, или нежели сразу во всей спине. Вам, если вы хотите избежать дальнейшего развития остеохондроза, дальнейших патологических реакций, нужно сконцентрироваться не на самом дискомфорте и на неизбежании этого дискомфорта во время сна или во время бодрствования, во время работы в офисе. Вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы как можно быстрее уйти от этих патологических проявлений остеохондроза. Сделать это можно лишь одним способом – заниматься лечебной физкультурой, проходить
процедуры физиотерапии, и также отдельно я выделю массаж. Без этих трех, так скажем, трех китов вы не справитесь с вашим остеохондрозом, запустите его, и в следующий раз, возможно, будете гуглить о том, как лечить грыжу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на мой сайт по ссылочке.